Всем привет! С вами Маша или мистер Маруся. Сегодня я вам покажу мою самодельную сумочку, которую я делала, кстати, сама. Покупала материалы. Вот так вот она выглядит. Тут вот такой узорчик. Я еще хотела тут много сделать, но это оказалось очень трудно. Я все перешила. Если заметите, то тут вот такая вот ленточка. И вот такой вот бантик. Давайте попробуем его открыть. Ой. Ой-ой-ой. Вот. Она завязывается вот так вот. С двух сторон берем. И завязываем. Можно на бантик. Или на узелочек. И можно потом по краям прицепить сумочку или просто ходить так вот, как пенал или кошелек. Вот, внутри достаточно места. Тут у меня выглядывает этот хвостик и этот. Можно заметить, что вон там вот я продевала кончик зашивания. Достаточно вместительный пенал. Если так смотреть, то тут много разных кончиков. Видно, что я сама делала. Handmade, как говорится. Сумочка классная. На нее можно прицепить еще много разных стикеров. Например, всякие вот такие вот. Смотрите. Нашла. Сумочка. Теперь она чуть-чуть новогодняя. Вот так вот это делается. Мне кажется, это просто класс. Шедевр своими руками. Кстати, эту сумку я сделала всего лишь за 2 дня. Ну что, всем пока, с вами была мистер Маруся. Всем пока, спасибо за просмотр. До следующего раза.